Тарам-тарам, привет, друзья, мы с вами сегодня будем по-читерскому с помощью Professional Tools выживать в окрестностях особняка кубинцев, которых мы в одной миссии прекрасной отсюда отбили, вышвырнули. Теперь это фактически наш особняк, в котором, в общем-то, и жить-то особо не хочется, но да ладно, для выживалки сойдет. Это место очень хорошее тем, что сюда полицейские перво-наперво будут редко доезжать. Во-вторых, мы можем спрятаться от вертушки за здание, тем самым она нас не так быстро убьет. И у нас есть аптечка, которую мы можем заюзать, тем самым дольше выживать. К тому же в этом месте есть еще броня, которую я уже взял. Ну, через 6 часов, если будет вообще жопа, мы сможем ее повторно взять. 6 часов это 6 минут. В общем, чем хорош чит-код Professional Tools? Тем, что тут есть бесполезная двустволка, классный Desert Eagle, который убивает с первого патрона, есть снайперская винтовка, которая может фокусить врагов на большущей дистанции, ну и, естественно, есть М16, которая подавляющим огнем может уничтожать и Уралы, и Хаммеры, и все что угодно. Ну, естественно, есть гранатки с детонатором. Они нам не так сильно, возможно, помогут. Хотя посмотрим, дадим им шанс. Ну-ка. Бум! Красиво-то как! Ну, естественно, самым главным орудием наемного убийцы является советская РПГ-7, которая позволит нам при меткой стрельбе сбить 50 вертушек. То есть, выживать мы будем дольше, я надеюсь, чем с Нудертулсом. С минигана все-таки сбить вертолет в GTA Vice City было сложно. Так, ладно, я готов. Че ко мне никто не едет, да? Ребята, так нечестно. Банда тут, кстати говоря, по ней лучше не стрелять, потому что они сразу на нас сагрятся. Тем самым мы сдохнем значительно быстрее. Так, ладно. Ауди, куда? Куда? Взрывайся давай. Так, какие же классные тут машинки. Не место им здесь. Тут сейчас будут лимузины полицейские проезжать. Вы тут лишние. Так, я что-то не понял. Сегодня день доброты полицейских? Что такое? Почему я не могу привлечь их внимание? Вот. Уже один полицейский бросил свой пончик и бежит сюда. Погоди, мне ХП вообще-то понадобится. Негоже разменивать свое здоровье на стычки с бандитами, когда ты решил выживать против полицейских. Так. Ну-ка. Давай. Отлично. Уже лучше, уже две звезды. Сейчас машинки поедут. Поедут машинки. Так, все. Как тут бежать? Да беги ты уже, в конце концов. Валенок. Так. Эбадабум. Хорошие гранатки. Правда, не столь практичные, как подсумки в GTA San Andreas. Там их можно несколько налепить и потом взорвать. Тут только одну гранату бросаешь и после этого взрываешь. Так. Бум. Ну, давай покажи свою точную стрельбу. За секунду до смерти. Так, три звезды. Отлично, уже ФБРовские машинки, уже вертушки подлетят. А я расщехлю свою базуку. Отлично. Так, ты, братан, ты перелетел немножко. Вот так тебе. Падай давай. Моя первая крылатая жертва. Замечательно. Так. Потестируем УЗИ против СВАТа. Взрывайтесь, дуболомы. Ага, все-таки ранил, да? 5 звезд уже? Да ладно, выживание только началось, уже 5 звезд. Неужели я такой опасный преступник, что мне нужно уже сразу же ликвидировать всеми возможными способами. Так. Пока у нас все четенько. Только я по полицейскому никак попасть не могу. Везучий гад. Так. Все, падай. Молодец.
Пожил, погеройствовал, помансовал от пуль. Пора и чьи знать. Так, вертушка. Ага, вот тебе под днище. Как тебе там? Все в порядке у тебя, надеюсь? Так, мужик, ты какой-то реально смелый. Тут разборки идут. А он тут ходит, гуляет, пейзажами любуется. Тем более, в самое опасное место, там порно-студия, блин, тут эти кубинцы безумные. Так, ФБИ. ФБР я люблю. А, ребята, чё это вы вылетаете из машины? А, вы мертвы, да? Понятно. Тихо-тихо-тихо-тихо. Какой ты точный-то, а? Где ж тебя так учили стрелять? Ой, 6 звезд. Блин. Так, вояки. Вояки, это уже серьезно. Странно. За секунду до того, как меня объявили в розыск, прям сразу же мгновенно на горизонте появился Урал. Так, все, взрывайся, машина. То есть сейчас как стрельнет по ней, я окажусь рядом с машиной и взорвусь нахрен. Это будет очень печальная смерть. Мужик! Не убежал, а был близок. Так, ты чё там? Ты чё там пулякаешь свой пистолетика? Я особо опасный преступник, вам меня не взять. Поэтому зовите! Вот, тяжелую артиллерию. Именно про них я и говорил. Так, вертолетик. Ух ты, как красиво на опережение сыграл. Еще и стреляет. Стой, 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 куда ты улетаешь? Ребята, это нормально вообще? Я по нему стрельнул с ракетой, а он еще живой. И улетел еще. Офигеть просто. Стали делать вертушки-то какие, которые РПГ-7 не возьмешь. Он Абрамс убивает. А вертушка улетает как ничего. Ой, понятно. Видимо, хорошо вчера ночку провели. Ну, не думали же они, что такой психопат выйдет и начнет стрелять с базуки по всем подряд. Эх, бывает, бывает, чушь. Ой. Как стоит хорошо. Голова тебе не нужна. Стоять можно и без головы. Так, ну ладно, давай. Тихо, тихо. Блин, ты падаешь и стреляешь. Как тебе это удается? Тебе вообще не страшно, да? О. Порше перевернулась. Блин, ребят, вы чё, а? За секунду до смерти такой энрейдж получить, блин. А вот с Абрамсами-то я не справлюсь никак. Хотя мне писали в комментариях, по-моему, геймер Антон это был, что можно таки подбить Абрамс с помощью гранаты, если ее как-то под днище, что ли, кинуть. Но... прямо-таки не знаю. Но я видел, как он взрывается. Только как ему поспособствовать в этом лучше всего? Погоди, погоди, погоди. Ты чё такой быстрый? Вы не должны сюда забегать. Вы же раньше этого не делали. Так, ну, конечно, на броню кидать смысла особого нет. Если вот он наедет, то возможно, возможно. Так, самый дурацкий, пожалуйста, дробовик в GTA Сити. Так, тихо, 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 тихо. Падайте давайте. Блин, ты уже здесь. Как тебе это удается? Как ты так шустро пролетаешь? О, без хвоста я улетел. Это вообще, это как? Это вообще как? Ладно. Мы взяли аптечку, у нас нет брони, но у нас есть огромное количество патрон, и нам нужно действовать с вами аккуратно, потому что, блин, сейчас они нас возьмут за крапом, и все. Так, пожалуй, что вот это место мне нравится побольше. Опа, Урал врезался в танк и взорвался. Потрясающе. Так и надо делать, молодцы. План захват удался. Так, надеюсь, что вы из-за спины-то у меня не появитесь. Хотя, да.
Как я могу надеяться на это? Вот, вот откуда они появляются, блин. Не такое хорошее место, как я изначально думал. Надо бы отсюда какое-то. Нате! Я живым не дамся, хоть мне брони нет и здоровья очень мало. Ой, блин. Во вас дофига-то. Вот для этого и нужен УЗИ. Мансуем, стреляем, убиваем, удивляем. Три в одном. Так. Перезаряжайся быстрее, Томми. Вот, стоит, как ничем не бывало. А мне не надо стрелять, а зачем? Я боюсь. Так. Вертушечка. Ты где есть? Бум, идеальный выстрел. И, конечно же, вертолет не упал, а просто улетел на базу. Так, ладно. Абрамс там чудит. Пытается на фонтан заехать. Зачем, непонятно, но он хочет. Если хочет, надо ему как-то помочь в этом. Блин, под днище залетай, граната. Давай. Нет, все равно. Хрен два его так возьмешь. Так, ты еще живой. Блин. Дробью стрельнул. Притык, он еще живой. Чуть запуклка такая. Так, ну ладно, вылезай, мужик, ну хорош. Покатался на танке, погеройствовал, потаранил стену. Выходи, давай бодаться. Все равно из пушки ты стрелять не умеешь. Ты что, сдурел что ли? Это нормально, он просто взял и заехал сюда. Так. Военные танцуют лучше, чем полицейские. Не, ну ты глянь, чё творит, а? Ну-ка, сваливай отсюда. А тут думает крутой. Конечно, в реальной схватке Абрамс в лоб взять нереально. Но РПГ-7 без проблем его уничтожает в борт. Но в игре даже в борт его не взорвешь. Даже если в задницу пальнуть, тоже ничего не получится. Полицейский. Самый хитрожопый, наверное, да? Агент 002. Так, Абрамс. Сваливай по добру, по здорову. Ты со мной не справишься, и я с тобой не справлюсь. Так. И хитрющий просто полицейский. Я не могу. Ну, ладно, бесполезно. Он оттуда и вылезать не хочет, ему там тепло, комфортно. И пожить он хочет подольше, чем я. Так. Ребята, я уже наглею. Я уже попросту к вам выхожу. Танцуйте, как говорится. Так, а я поддержу. Во. Отлично. Так, вертушечка новенькая. С базы. Царапинки все залатала от ракеты. Так. Вот, ну неужели? Стой. Стой, урод. Блин, он без хвоста даже поехал. Вернее, полетел. Ему не нужен хвост, чтобы долететь до базы и сказать, что я облажался. Дайте мне новый хвост, приклейте его на что-нибудь, на сопли какие-нибудь. Я полечу и обязательно этого ублюдка достану. Так, что у нас вообще тут-то есть? По сути, тут поклаживать должна быть. Может быть, я... Ее брал уже, не знаю вообще, не о поклажах нужно думать, а о том, как бы дольше повыживать. Ой, нифига себе дерзость. Вот, все, 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 падайте, взрывайтесь. Эту битву выиграл я. Отлично, 22 здоровья. Вскоре должна появиться аптечка возле фонтана, я уже довольно-таки долго тут уживаю, поэтому она обязана появиться. Ага. Тебе приклеили новый хвост. Ослик и А. Блин, 9 здоровья.
Да хорош ты! Не улетишь от меня! Не улетишь! Блин, да что ж вы творите-то? Как вы это делаете? Мужик, хорош тебе, геройского. Ты выбрал очень опасный район для прогулки. Во, во. Тихо. Дай, блин, а я дожил до второго респа по аптечке, и таки меня все равно убили. Ладно, немножко неосторожнее подействовал. Но, по крайней мере, довольно-таки красочное выживание удалось на Professional Tools. Пишите комментарии, как вам вообще нравится эта рубрика. Если нравится, то я буду стараться для вас делать ее чаще, больше. Всем пока, друзья, до скорых ярких встреч.